Всем не бага, не лага, мои дорогие зрители и подписчики канала Дрожа, с вами я, Жека, и сегодня мы продолжим играть в Oceanhorn. Напомню, мы находимся на пустошах, на которых очень много не очень хороших врагов для нас. Так, тихо. Хорошо, что мы его можем неплохо так оббежать и не париться по поводу него вообще абсолютно. Итак, нам нужно пройти на некую башню, перемещать эти блоки со сторожевой башни. Но чтобы добраться нам до сторожевой башни, насколько я понимаю, нужно ее для начала как бы найти, что ли, да? И вообще, сторожевая башня, это вот же она, да? По идее, сверху. Это же сторожевая башня, да? Проваливай, говорит нам табличка, но мы же не будем ее слушать. Опа, еще один такой человечек. Чебуречек. Угу. Ага, смотри-ка, что я не нашел в прошлый раз. Вот куда нам нужно было изначально. А я что-то да, ребята, Снова крысы. И снова, как говорится, мы в деле. Так, хрящу. Как говорится, все-таки на свежую голову намного проще все делать. Так, давай-ка. Так, и так, наверное, максимум, что мы сделаем. Ага. Ага, и зачем я это сделал? Мне просто безумно интересно, зачем? И куда нам это надо вообще толкать? Так, погоди, а действительно, куда нам надо это все толкать? Ага, вот в чем прикол. Это явно кнопка была. Хм, интересно, интересно. И нам еще просто так за крысу дали опыт, который мы не убивали причем. Очень странно это было, но тем не менее я... Вы знаете, я не огорчен, что так именно произошло. Ага. Опа. Эта бомба шевелится? Или мне показалось? Есть. Это рожица, смотри. Ауч. Понятно? Зря я это сделал. Так, спрыгнуть тут можно как-нибудь, нет? Что, серьезно? Спрыгнуть никак нельзя? Ага, можно вот так вот спрыгнуть даже, да? А, так можно вот, смотри, обойти. Зачем нам... Нет, нельзя? Блин. Придется прям в обходную идти. Оп, нормально. Нормально. По водичке. Ага, вот проходик. Отстаньте от меня, враги, не хочу я на вас отвлекаться. Блин, хотя тут их двое. Так, ну пленника мы нашли, ребят, это уже хорошо. Есть. Убили. Ей! Потратили пол сердца, правда, но... Еще минутка, да? Ага, тут... Воу! Воу! Дратуйте. Ни хрена он мне снес. Нехило так он мне снес на самом-то деле. Не помереть бы. Не, подожди, тут явно какая-то головоломка... Воу, горящая бочка. Зачем нам горящая бочка? Ну да, надо вот эту опустить. Но чтобы эту отпустить, нам нужно... Ага, нам нужно к ней сначала еще пробраться. Ну, конечно же, сундучок в первую очередь. О, вот это хорошо. Сердечко это очень здорово. Нам они очень... О, еще две бомбы. А интересно, тут максимум 5, да? Да, максимум 5, ребят. Нам нужно юзать почаще бомбы, чтобы, так сказать, они, ну, хоть как-то не просто так лежали у нас. Ага, это уже конец карты даже. Ё-моё. Так. И головоломка решена. Да, освободили. Ну, здравствуй. Ты сова прям какая-то, смотрите.
Используй статую, чтобы попасть ко мне. Статую я помню, где-то была в самом начале там. Воу, там их двое, смотри. Офигеть. Хочу ли я туда? Ауч. Время остановилось, и я нашел... Что-что? Подожди. Блин, тут написано так вот... Готовим, что? What the fuck? Это что, да? Так. Халява. Сердечко. О, слава яйцам. Так, хорошо, куда? Окружили демоны. Ауч. Пол сердца. Пол, мать его, сердца. Сохранял его. Так, статуя где-то здесь была. В самом начале. Ей. Так, отстань от меня. Еще сердечко, слава яйцам. Так, подожди, а где же была статуя? Вот реально не помню, ребят. Где-то была статуя? Неужели в самом-самом начале? Сволочь, я не успел положить бомбу. Сдохни, тварюка. Сдохни. Так, хорошо. Нет, статуи здесь не было в начале. Никакой здесь статуи в начале не было. Блин, а где статуя? Какая статуя? Что-то... Это, видать, не на этом острове статуя все-таки я себе придумал. Или все-таки на этом? Вот зачем, допустим, вот это место? Ради одной монетки? Что-то как-то подозрительно. Что-то как-то безумно подозрительно, я бы даже так сказал. Ну, монетки хоть насобираем, и то халява. И то, как говорится, вкусно и халявно. Можно попробовать, знаете что? Я хочу попробовать. А ну? Нет, ну, я думал. А мало ли, знаешь? А мало ли вдруг что-то в этом роде. О, еще монетка. Что-то мы часто монетки начали находить в этих кустах. Что-то это странно как-то, да? О, это за нами до сих пор идет, ни хрена. Так, подожди. Да, ну можно и так. Иди сюда. Все. Помер. Просто взял, да и помер. Мощные эти большие, слушай. Опасно против них сражаться. Что за статуя-то? Вот что мне не нравится, статуя там какая-то. И как мне сюда, допустим, попасть? Тут этот арбалетчик фигов. Вот этот до сих пор. И до-до, слушай, вас тут капец сколько. А тут мы не пройдем, да, уже? Блин. Там, наверное, все-таки путь был. Ну, сейчас еще раз попробуем пробежаться. Правда, у меня всего 2 сердечка. Ауч. Ага, только так, да? За сторожевой башни. И где мне эту башню-то сторожевую найти? Додо, отстань. И одно сердечко осталось. Додо, отстань. Ха!
Ну-ну. О, сердечки. Сердечки. Полное хп. Хе-хе-хе. Вот так вот надо. Сражаться с кучей врагов. Может, сторожевая башня, это имеется в виду вот это? Это вещь. Что-то мне вот реально подсказывает, что это она. Пройдемся здесь быстренько еще раз. Криски, криски. Криски. Так, вот это... Ну, это, по идее, сторожевая башня, да? Или где? Или вообще не на этом острове имеется в виду сторожевая башня? Вот тоже сторожевая какая-то башня. И тут вот сторожевая башня. Нет? Ауч. Хм. Там внизу чувачок. Неужели не туда? Неужели все тлен? Неужели все зря? Иди сюда. Блин, ты мне целое сердце потратил. Не, дай мне сердце. Ну, хоть покачаемся на них, и то хорошо, да? Тут точно ничего нету. Нет, тут точно ничего нету. Мы тут ничего не упустили. Мы освободили этого чувака, который нам сказал, что ждет наш... Почему нет никакого, допустим, журнала? Так, ребят, мы продолжаем. Почему-то, я не знаю, часть записи крашнулась, и меня... Я уже поднял новый уровень, бегал здесь, а почему-то, я не знаю, это на записи нету. Ладненько, в любом случае, нам что? Мы остановились на том, по крайней мере, у меня была возможность хотя бы подумать, что нам нужно сделать. Мы остановились на том, что нам нужно пробраться к каким-то неким статуям, только так мы сможем, да? Так, чувак, а ты... Можно ли... О! На! Вот это я хорошо его покоцал, слушай. Слушай, он взбешен. Так, хорошо, еще один остался. Чувачок, ты как? Слушай, а ты на Коле ранишься, не? Смотри, ранится. О, да, я его на Коле запихнул. И бомбочку мне за халявную. Халяву. Так, подожди, а тут... Тут какой-то мостик. Так, это же мы читали, да, уже? Господи. Гурнок! Хорошая же петь! Да. Какая-то бестолочь писала. А, вот, смотри, ё-моё. Вот же проход, смотри. Твою маковку, а я тут бегаю. А вот и сторожевая башня. Ёкарный бабаёныш. А-ха-ха. Какая банальщина, я тут парюсь. Ребята, сегодня не мой день. Оказывается, все тут настолько банально и просто. А я тут вот это вот... Так, а что тут написано? Ага, ну тут и написано, что это сторожевая башня. Просто... И, да, нам эскейп подняли. Так, теперь пилигрим. Я теперь пилигрим! 10 бомб сразу могу. Носить с собой, ну, для этого их нужно как... Что сделать правильно? Найти, соответственно, да? Так. Так, что ты, до меня пойдешь? Ауч. Так, я теперь сильнее бить стал, что ли? Походу, я реально сильнее бить стал, потому что враги что-то ложатся намного легче. Так, сохранение. О, смотрите, опять это многоножка. Многоножная многоножка. Давай-ка. Ага, смотри. Не получилось. Оп. Да ты смотри. С одного раза. Просто с одной. С одной. И еще бомбочку за халяву. То есть. Воу. Арбалетчик. Ты там что, вообще попутал, Рамзы? Воу. Бежим! Все, сковырнулся. Халява. Проходим. Так, что-то слишком большое открытое помещение. Большое пространство. Опа, статуи. Ага, вот загадка со статуями. Хорошо. Куда мне их все надо подсунуть? Вы мне хотя бы скажите просто, я чтобы понял. Нет?
Ага, смотри, тут какой-то проходик непонятный куда-то. Так, подожди, я могу их двигать, я так понимаю, да? Ага, мне их надо что сделать? Вряд, наверное, как-нибудь запилить, нет? А там не получится. Тут не получится, смотри. А, подожди, а, все, я на траву, что ли? Не, на траву, точнее, на вот эти штуки. Мне хотя бы просто сказали бы, куда для начала, а потом бы я уже понял бы. Все, понятно. На самом деле, все тут банально и понятно. Так, ну что, что, куда? Давай подумаем. В первую очередь, мы можем, допустим, эту запилить аж сюда, да? Я думаю, так оно именно и надо. Да-да-да-да-да-да-да. Вот. Это идет у нас сюда. Потом мы эту выставляем сюда и запихиваем нефиг делать, а вот эту сюда. Да все тут банально просто, господи. Тут все банально просто и ясно. Так, есть одна. Да-да-да-да-да. Вот. Не это. Раз, два и третья. Вот и все. Та! Какая-то банальная загадка, ребята. Я чуда ожидал помощнее. И наконец-то я к этому отшельнику пришел, да? Дом Риггера. Это, по всей видимости, сам дом. Ну, давайте отправимся. А что тут написано? Смелокрыло? Ты что, додал ей карты? Ты что, там летаешь, что ли? Ну, отправимся к нему домой, посмотрим, что он скажет там. Дом у него, конечно, очень-очень стрёмный какой-то. Эх. Спускаемся или поднимаемся? Поднимаемся, по всей видимости. Воу. Воу. Лежбище целое, смотри. Ха, забавно. Печечка всякая такая. Интересно. А это выход, наверное, да? Ну и зачем я вот этот проделал такой путь? Только чтобы наверх подняться, на которую я и так мог вот сюда подняться, да? Шикарно. Шикарно, ребят. Так, что у нас сверху тут? Ничего, да? Просто пространство. Очень какой-то масляный песок какой-то. Очень странно. Мокрый как будто бы, да? Как будто бы мокрый песок. Хорошо, сам где Риггер этот? Слушай, он не окажется враг... О, у него тут могилы, слушай. Да, слишком старые могилы. Опа, смелокрыл. Это какая-то птица у него была? По всей видимости, у него какая-то птица была. Столько могил, столько страданий у этого человека. У этого народа, Собу. Я надеюсь, мы хоть как-то утешим его. Разбивая его кусты. Порча его ландшафт. Вау. Угу. А ты мне дашь этот артефакт? А теперь? But when the darkness of the catastrophe hit, a man in a dark cave offered his help to the Orus. He bought a seed to the shrine, and the seed started to grow violently. Now Termus, a demon plant, has taken over the shrine. The shrine is located on a nearby island that used to be a part of the Perta continent. Travel to Great Forest. Those lands belong to us Orus. The spirits of our ancestors rest there. Угу. Новый остров, ребят. Мы нашли новый остров. Да, открыт новый остров. Ну что ж, ребят, мы мало того, что спасли последнего человека, ну, собственно говоря, представителя народа Собу, что уже, как говорится, нам должно давать некой гордости за наши дела, так мы еще и открыли новый остров и практически знаем, куда нам нужно отправляться, дабы, так сказать, получить тот самый амулет, заветный амулет, который нужен нам для победы над этим Ocean Corn'ом, да? Так, какая-то локация непонятная. Эти летучие мыши опять. Ага, ага, ага.
Иди сюда. Какая-то обезьяна. Ух ты, сволочь такая. О, сердечко. Это нежданчик. Халява еще будет? Будет. Монетка. Монетка — это хорошо. Так, подожди, что-то... Какие-то подземелья... Объясните мне смысл этих подземелий. Зачем? Это просто выбраться отсюда, что ли, да? Или короткий, типа, путь мне, типа, даю, да? Или просто халявное подземелье, где я могу полутать, так сказать, что-нибудь, да? Скорее всего, это так и есть. О, смотри, еще могила какая-то. Заклинание силы, но у меня нет никакого заклинания силы. Наверное, потом будет. Воу. Какой-то предмет мы подняли все-таки. Это для броска предмета. Так, а еще раз. Так, ну я понял. Нужно бросать предметы, типа можно нам теперь бросать предметы, куда мы захотим. Блин, какие тут катакомбы здоровенные. Да, заклинание только может. А заклинание у нас, я все просрал, да? Крут я, конечно, ребята. Оно и со временем, я смотрю, не восстанавливается, да? Недостаточно маны. Ну, я просто шедеврален. Я просто как всегда, ребят. Это же я, мать его. Ладненько, давайте побегаем. Может, у нас что воскресится какая-то сила. Магия. Мечик. Так, ну, зачем нам? Давайте посмотрим, зачем нам туда надо будет идти. Там явно какой-то был сундук, да, вроде бы, если я не ошибаюсь. Вот. Проход какой-то, да? Короткий путь, скорее всего, да? Ваша ж мать. А мана восполняется с помощью... Да. Неизвестно чего. Ладненько, в любом случае, будем, наверное, заканчивать на этом нашу серию. В следующей серии мы отправимся уже на следующий остров, который явно будет вести к новым интересным приключениям. Огромнейшее спасибо всем вам, что посмотрели этот видеоролик. Впервые на канале, не забывайте подписываться на канал, писать свои комментарии и, конечно, заставить лайки. И подписываться в группу ВКонтакте и в группу в Стиме. А всем удачи, до скорого и не унывайте, ребят!